Добрый день. Меня зовут Олеся Духович. Я родилась и жила в Актюбинске. Уже более 30 лет я живу в Италии. В Италии я работаю медсестрой. Наша ситуация очень тяжелая. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не нужно больше мертвых, не нужно больше заболевших. Дело в том, что этот вирус очень-очень быстро переходит от человека к человеку. Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя, пользуйтесь масками. Когда выходите из дома, пожалуйста, передайте это видео своим друзьям, знакомым. Желаю вам всего самого лучшего.